Живой бог! Надо было запоминать каждый бог. Это не бегающее сено. Мне кажется, ты меня скамишь, там... Да, я тебя скамлю. Это плохо. Я буду вторым арбузом. Ага, ты трава. Значит, надо. Ой, блин, я не трава. Да, кирпичные арбузы. Ну, взламывай своего друга. Это? Да. Ну, видно, изнутри что-то есть. Там бедные космонавтов. Ладно, начинаем наше... Вот этот у меня... Да, я это... Можно сначала я скажу претензии? Да. А, во-первых, что это за секретный тоннель такой? Я знаю, я просто... Это чтобы не было герметичности. Чего? Хотя она в космосе нужна, просто... Стой, подожди. Начнем. Во-первых, космическая станция в космосе. Конечно, дверь выдержит все космические нагрузки, все эти световые... Да, и она вообще герметичная. А, хорошо, понятно. Я понимаю. Welcome. Так, ну, конечно, во время полета в космос этот ковер залетит наверх и будет там пахать. А, это друг делал, ничего не знаю. Ну, и опять на стену друга сваливаем. Дальше у нас тут... Тюбики. Тюбики, превращенные в лепешки. Да. Не, ну, блин, они пустые, они... Тут тортик, покрашенный краской, чтобы это не был тортик. Друг Чила, которого мы спасали. Сам Чил. Ой, кнопка. Так, тут у нас проход сюда. Вот тут у Чил. Нас повесили космонавтов. Это костюм. А, ладно. А чё у них все ноги куда-то смотрят? Это друг так делал. Типа мы будем лететь, и у них типа ноги так. Почему? Где твой друг вообще? Почему его я тут не вижу? Мой? Я могу... Это, мы с другом делали некоторые постройки. Ой. А что это? Там мы я, короче, придумал механизм по превращению блока, а он дал идею, типа, погнали, сделаем краткий блок. И, типа, мы сделали вдвоем карту, ну, в основном я ее делал, потому что ну, там все время пришлось ходить. Так, ладно, пошли. Он тоже довольно много сделал. Ну, пошли наверх тогда. Вот. Наверх там вообще самая милая комната. Самая милая? Начнем заходить в милую комнату. Самая уютная. Ты меня сбросил вниз. Да. За 11-й раз. Я предатель. Не запомнил. Все. В космос тебя запустим, когда в космосе будем. Самая милая комната. Добро пожаловать. Во-первых, тут можно поспать на многоэтажных кроватях. Когда мы будем просыпаться, мы будем врезаться в соседей. Соседи будут оттуда подпрыгивать и врезаться в стенку. Им будет хорошо. То есть больно, что? А, тут зэк сверху есть. Тут весьма защита такая хорошая. Тут у нас сидит на полочках. Зэк вообще... Гирлянда тут есть. Ну, зэк вообще не боится упасть и разбиться. Ну ладно. Зэк? Я приклеил зэка. Бедный зэк. Издеваешься над бедными маленькими игрушками. Угу. Я могу зайти на аккаунт друга и показать тебе постройку, которую мы вместе делали. Стоп, ты можешь взломать своего друга? Да. Ну, взломай, давай, заходи. Окей, сейчас. Полетели, в общем. А, стоп, я еще не посмотрел. Мы так и не полетали. Ну да, сейчас. Там есть телевизор еще. Ну ладно. Телевизор? Смотри, могут крутиться солнечные панели. Ну, от них как раз и работает телевизор, потому что они свет. А, это все для телевизора одного? Да. Это же, блин, столько панелей надо, чтобы один город осветить. Или чтобы хотя бы один компьютер потянул. Полетели. Билтобот. Полетели. Я готов. Ты знаешь, я сейчас рухну куда-нибудь. Не надо. Я сейчас вывалюсь, и будет нехорошо. Остановись. Хорошо. Остановись, я уже у двери. Давай билтобот на нем пройдем. Давай, я куда-нибудь сяду только. Ай, блин, тут что трясется. Я буду ходить по кораблю. Ничего не знаю. Ладно, я пойду управлять. Корабль шатается, прием. Садись куда-нибудь. Ой-ой-ой, мэйдэй, у нас псих в руле. Стой. А почему одна панель там так наклонилась? Иди наверх, у нас автопилот. Ой. А вот эта кнопка, это автопилот, заранее говорю. Где? Нет! Я вышел! Спаси! Где ты? Я внизу. На берег иди, сейчас. Я у грязи, я на берегу. У грязи? Да, вот. Ну, думаю, билтобота мы не будем проходить. Хорошо. Так, не заходить на аккаунт друга или нет? Ну, взламывай своего друга. А? Ну, ладно, давай. Окей. Я очень. А друг тебе обидится, то, что ты в его аккаунт вошел? Да, он мне вроде разрешает стройки. А, нет, логаут. А, ты типа выйдешь? О, нет, меня оставили без корабля. Так, вот Китенекс, сейчас захожу. Все, зашел? Да, подключаюсь. Так, все, я тоже заспаукивался. Где ты? Я захожу. Стоп, ты сделал такой же, у него такой же ник, как у тебя, только вместо я MX. Знаю. Он мне подражал просто по нику, я ему тоже решил вместе строить. Ну, заходи ко мне в команду. Захожу. Вот твой друг, то есть ты,
который взломал своего друга. Да, хакер. Хацкер. Так. Ой. Да, сэм аккаунт лаунчит. Он, кажется, со своего аккаунта вошел в какую-то игру, пока ты хотел со мной играть. Прикол. Че, реально? Да. Так, это карта. Да. Дороги из обсидиана. Да, такие богатые. Кирпичные арбузы. Смотри, это... Hide and seek. Начнем с огорода. Смотри, сейчас. Что? Смотри. Уроки о том, как стать бэброй. Так, сейчас. Тут кирпичные арбузы, кирпичные... красное что такое? Привет. Кирпичные морковки? Ай, ты меня пнул. А, тыквы. Как пнул. Ай, не надо. Тут тыквы из этого, из бетона. Это, что это за ростки? Картошка из металла. Гайд о том, как стать блоком. Смотри, вот берешь какой-нибудь любой из этих блоков. А, это типа прятки блоков, поэтому тут все такое. Да, блоки. Вот, допустим, трава. Я ставлю блок. Я понял, почему тут все такое именно. Ну, типа, как блоки. Может, тут это для блоков. Сейчас. Это типа прятки. Ну, просто... Прятаться я буду, не переживай. Вот тебе так. Блоком быть пока что не обязательно. Ага. Съешь красную конфету и начинай меня искать. Сейчас я такой выберу блок. Каких тут блоков? Надо? Смотри, ты, в общем, берешь какой-нибудь блок, который там есть. Там еще есть сарай. В сарае есть сено. Так, ой. Блин. В сарае есть сено, и знаешь еще, что в сарае есть? В сарае есть фекалии коров. Это был обязательный атрибут. Что-то надо было уже добавить. Так, все, съешь красную конфету, убегай куда-то, я буду сейчас прятаться. А, я в комнате для сикеров. А, тех, кто будет. Надо войти в водопад, чтобы попасть в комнату для сикеров, чтобы не было видно людей. Типа я могу стать блоком с помощью этого способа. Комната для тех, кто будет искать. Ну, куда же мне спрятаться? Так, думаю, если трава появится, в загоне, то это будет нелогично. Ну, то есть... Ага, ты трава. Нафер. Значит, надо. Ой, блин, я не трава. Я этот. Я кустик. Я буду вторым арбузом. Меня видно. Сейчас. 10 секунд на раздумье. Так. Там думай, слушай. Я думаю. Ты же не смотришь? Нет, я не смотрю. Я тут бегаю в виде блока. Ты же не блок, ты должен быть этим. Я? Я просто хочу как это. Просто в виде блока тебя поймать. Чтобы устроить восстание блоков. Чтобы тебя нет, поймать, ты должен быть в красной тебя. Конфете. Блин, да, я теперь не блок уже. Сейчас, секунду. А сено это какой блок? Сено это у нас шерстяной, покрашенный в... Ну, а какая разница, я так арбузом буду. Ты арбуз, хорошо. Тут нужны специальные настройки, чтобы у тебя... Я не могу ткань найти-то. А вот. Так. Сено самое, почти самое нижнее. Ну, а ты знаешь, что я сеном буду? Да. Это плохо. Так, сейчас. Готов меня искать? А как мне забраться по лестнице? Я же блок. Как забраться по лестнице? Ты можешь взять джетпак, залететь туда, удалить джетпак. Так, готовься. Сейчас, буду в стоге сена. Иголка, ты иголка в стоге сена. Давай, можешь отправляться за мной. Я невидимый блок сена. Я готов начинать восстание блоков. Нет, съешь красную конфету. Ну там блок с мечом бегать. ПВП это включи. У тебя конфету разрешал, потому что съем. Погоди, а что будет, если я съем большую конфету? На увеличение. Так, ну давай. Вас прембер зен вуки-токи. О, во мне блок. Давай, беги, ищи меня. Вас прембер зен вуки-токи. Капец, у меня маленький меч. Давай. Ты где? Я в стоге сена. Так, у Хантера есть 3 жизни. Так. Откуда ты узнал? Кто узнал? То я в сене. А. Ты по сену стреляешь. Я потратил одну попытку. Хорошо, да. Мне кажется, ты меня скамишь. Там. Да, я тебя скамлю. Я арбуз. Ой, то есть. Я тыква. Попытка осталась. Последняя попытка. Куда же ты стрельнешь последний раз? Надо повыше. У меня джетпак не тянет! А, ты хочешь. Ты меня увидел, да? Я хочу повыше забраться. Я просто. Мне надо вспомнить, где я еще ставил сено. Так, я могу. Ты мог спрятаться, что в деревьях. Ты мог спрятаться в деревьях. Логично. Капец, у тебя выпуск хороший получится. И в прятки поиграли. И эти посмотрели. Так, я что-то видел. Ага! Это не бегающее сено, это корова. Давай теперь ты за Хантера, я тебя поймал. Гейс, клёвая корова. Я маленький этот, как этот. Я маленькое сено, живое. Все, давай, теперь ты. Все, я живое сено. Ты меня теперь ищешь. Ладно, давай, один раз я поищу еще. И будем заканчивать. Дай мне красную конфету. Оп. Я пойду в водопад. Ой, я знаю, кто ты. Мне же можно конфеты кушать, а тебе нет. А, да? Так, там получается моя комната. У меня быстрая конфета, сейчас я рассаднусь.
темная и скучная. Давай, начинай. Даю тебе 20 секунд, чтобы спрятаться. А, ну ты сначала блогом стань. А, я тебе вообще-то ограничения по времени не давал. Ладно, давай, прячь. Так что, снежку. Я не обязан в срок попадать. Погоди, сейчас. У меня же там котлета есть. Какая котлета? Мне чувствую, как будто ты подглядывал. Если честно, я не подглядываю. И ты можешь это потом на записи убедиться. Хорошо. Я тут просто стою, смотрю просто на себя. У моего друга есть маленькая проблема, у него скин по размеру не подходит под... А у меня тоже, поэтому я масштабом пользуюсь. А я тут пока сижу у Дискорда. Все, спрятался? Я не смотрю. Сейчас. А готов? Я буду делать с собой что-нибудь страшное. Так, я хочу стать тыквой. Давай, ищи меня. Секундочку, я остановлюсь тыквой. Ну все, тебе хана. За тобой идет тыква, головый человек. Смотри на меня. Я тыквоголовый, ла-ла-ла. Ты на меня смотришь? Вижу. О, да. Какой с тыквой на голове. Так, начнем искать тебя. А, у меня же оружия нет. Так, мне можно, получается, 3 попытки только? Да, у тебя 3 попытки. Сейчас только оружие возьму. Ух ты, как плохо будет. Так, все, начинаю твои поиски. Так, 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 надо было запоминать. Каждый блок. Живой блок! Восстание блоков! Ай, блоки стреляются! Так, восстание блоков! Нет, я тебя нашел, я просто на тебя встал, думаю, что-то блок как-то неровно стоит. Бегаю, ты отлетел. Ай, все, хватит, хватит. Да, все, все, хватит. Все. Удаляй все. Что, удаляй тут? Нет, не меня только, я хочу жить! Стой там. Я хочу жить, не удаляй. Посмотри, как красиво город разлагает. Бедный сарай. Город. Бедный город. Нет! Так, все, идем, идем сюда. Спасите. Шарик выключить. Где ты? А, все. Так, ну давай сюда идем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ой. Пока.